Официальный представитель МВД России Елена Алексеева. МВД России в рамках международного полицейского сотрудничества продолжает проводить комплекс мероприятий в целях установления каналов сбыта и путей вывоза за границу картины Айвазовского «Вечер в Каире». Разыскиваются подозреваемые в данном преступлении. По общему согласию всех заинтересованных сторон и с целью урегулирования вопросов, в том числе связанных с компенсацией потерпевшей, было принято решение о снятии картины с торгов аукционного дома Великобритании до разрешения всех возникших юридических вопросов.